дорогие друзья! Сегодня я хочу пригласить вас в своеобразную литературную гостиную проекта «Нашим музам» и прочитать вам наизусть всего одно стихотворение из сборника Алёши Кравченко «Лёгким прикосновением». Называется оно «Стань моим талисманом». Стань моим талисманом, на шею тебя не надену, и не стану носить, похваляясь злобливому люду, только в сердце запрячу тебя от ветров переменных и для всех. В тот же миг о тебе я как будто забуду. Стань моим талисманом, тебя посажу на ладошку и пущу поблуждать по стремнинам пенящихся линий, сам же буду смотреть на тебя, вдохновенную кошку, что то злится, то млеет, прогнув, словно радугу, спину. Стань моим талисманом. Тебе подарю я полнеба и зажгу звезды там, где они никогда не горели. Напою молоком и румяным дымящимся хлебом накормлю, а потом усыплю в светлых снов колыбели. Стань моим талисманом. На утро проснешься ребенком, новорожденным, чистым, хотя и познавшим немало, а увидев меня, рассмеешься заливисто, звонко, так смущенно-кокетливо, носик укрыв одеялом. Надеюсь, что вам понравилось. Напомню, что это стихотворение вошло в книгу Алёши Кравченко «Лёгким прикосновением». Она давно есть в различных электронных магазинах. Её можно заказать как в бумаге, так и в электронном формате. Отдельные стихи Алёши Кравченко опубликованы на проекте «Стихи.ру», но там их очень немного. До новых встреч! Приходите в нашу литературную гостиную. С вами был Алексей Грицепко.